Всем привет, дорогие друзья, с вами Каламус Квара. Кратко тезисно пробежимся по всем новостям о Dark Deception за это время. За все то время, когда у меня набралось 2000 подписчиков, и я начал снимать ролик, который до сих пор так и не вышел, потому что я его до сих пор не доснял. Не буду тянуть, и давайте начнем. Сегодня мы с вами обсудим Матрону, вопрос-ответ Винца, а также новое DLC для Monsters and Mortals. Начнем, я так думаю, с Матроны, ибо она вышла, наверное, раньше всего остального. Фотография готовой, разукрашенной Матроны вышла в инстаграме Glowstick Entertainment несколько дней назад. Один из моих подписчиков в моем дискорд-сервере предположил, что это произошло из-за того, что на Voice ревили медсестер Жнецов набрался миллион просмотров. На самом деле, смотря на видеоролик, мы действительно видим цифру, очень приближенную к миллиону просмотров, но уже перешагнувшую миллион просмотров. Может быть, это было и так, ну а может быть и нет. Решать вам. Давайте обсудим Матрону. Сильных редизайнов Матрона, как мы видим, не потерпела. Лишь перекрасилась, скорее даже просто покрасилась. Текстуры Матроны довольно неплохие. Все яркие цвета медсестер Жнецов заменены на более тусклые, из-за чего создается ощущение, что ее костюм более старый. Хотя тут виновата скорее даже не тусклость текстур, а то, что они грязные. То есть ее одежда и все, что с этим связано, грязное. Даже пакет на ее голове, который у медсестер Жнецов гораздо более презентабельный. У нее же он мятый. Прям реально видно, что мятый и при этом грязный. А также у нее видно руки, а также шею. Немного. Кожа Матроны белая, в отличие от медсестер Жнецов, у которых кожа, ну, хотя бы человеческий цвет имеет. На ее руках выступает много вен, из-за чего можно предположить, что ее цвет кожи, а также ее форма тела, ну и эти вены говорят о том, что, возможно, она какие-то препараты применяла на себя. Это лишь предположение. Тем не менее, если вам нравится эта идея, вы можете поддержать ее в комментариях. А если у вас есть своя, почему Матрона имеет именно такой цвет кожи и вены на руках, вы можете предложить ее в комментариях. Матрона все еще стоит на гироскутере. На ее руках надеты ярко-красные перчатки, которые явно видно, что меняются в отличие от всей остальной одежды. Ну либо просто текстура такая отражающая. А также у нее нет никакого оружия. Кстати говоря, напомню для тех, кто не знает, что оружием Матроны точно не будет огромный шприц. Это будет что-то другое, но оружие у нее будет, со слов Винса. Ну и, пожалуй, это все, что можно сказать об этой Матроне. Стоит она не в какой-то определенной позе, а это, скорее всего, ее просто Т-поза. В руках ничего не держит и ничего не делает. Тут нам больше разбирать особо нечего. Ну, в таком случае переходим ко второй теме. Вопрос-ответ от Винца. Для тех ребят, кто просили меня перевести этот стрим Винца. 11-й, правильно я помню? Да, правильно. В общем-то, суть в чем. Поскольку у меня сейчас школа, ЕГЭ и все эти дела, я не нахожу абсолютно времени на то, чтобы что-то переводить. И в таких больших количествах, тем более. Последний стрим длился 2 часа. Поэтому в этот раз у меня в любом случае был только один вариант развития событий — брать перевод откуда-то. И я, как и в старые добрые времена, нашел короткий рекап перевода вопрос-ответа в группе ВКонтакте Glowstick Entertainment Dark Deception. Теперь она называется так. Ссылка будет в описании, но это не единственное место, где я взял перевод. Также во второй группе ВКонтакте, которую основали недавно, ну, насколько я понимаю, 2 человека, Dark Deception Fan Group, я нашел более подробный перевод. И если вы захотите на него посмотреть, ссылка тоже будет в описании. На оба перевода я оставляю ссылку. Ну, а теперь давайте разбирать все, что сможем разобрать. Небольшой факт о 4 главе. Атмосфера 4 главы будет больше давить на нас, потому что там будет много темных сцен, а также много кат-сцен, которые будут влиять на сюжет, и их общее количество, ну, наверное, около 15 минут, предположил Винс. В 4 главе мы увидим эндоскелеты аниматроников. Неизвестно в каком конкретном виде, но тем не менее увидим. Это не френзи мод, чтобы вы понимали. Take Your Medicine или тема погони уровня медсестер Жнецов будет играть на обеих зонах этого уровня. На вопрос, почему Матрона такая грязная, Винс ответил: она делает грязную работу. Также хочется отметить, что Матрона не садистка. Она просто очень жестокая. Один из вопросов был для меня приятен, потому что я сам хотел задать такой вопрос Винсу, но из-за наших, так сказать, казусов с выходом 4 главы, мы не могли задать эти вопросы. Тем не менее, расстояние между соул-шардами в 4 главе будет разным. Где-то оно будет большим, где-то будет маленьким. Это будет зависеть от конструкции уровня. Касаемо тизеров и трейлеров 4 главы. Нам покажут еще один тизер-трейлер, и только после этого выйдет трейлер. Поэтому все это, я так думаю, стоит ждать в феврале. Хотя нет. Трейлер-то, наверное, стоит ждать за неделю до главы, значит, это будет март. Но еще посмотрим, может, все поменяется. Кстати говоря, во втором тизер-трейлере не будет показана больница. Скорее всего. Интересный факт.
Усталость Дага, которую Винс не решил добавлять в игру, он оправдал тем, что он не любит, когда в играх вообще есть показатель усталости. Он хочет, чтобы мы фокусировались на врагах. И сказал что-то в стиле «Это не как в RPG-играх. Тут нельзя улучшать физические показатели, хотя это спойлерная зона». Вы же помните, что после 8 уровня мы не получаем способность, да? Относительно 5 главы. 5 глава в разработке, и еще не завершена, и еще не скоро будет завершена, но Винс почему-то уверен или думает, что закончит ее в 2021 году. Трудно, конечно, поверить в это, учитывая, что она будет иметь больше уровней, но, как сказал Винс, по протяженности она, возможно, будет даже меньше, чем некоторые главы. Возможно, меньше, чем 4. Но при этом же он говорит, что уровень торговый центр будет больше 8 уровня Берли Барриет. Пока что трудно это сообразить, но по крайней мере будем надеяться, что у них все получится по их задуманному плану. Хочется надеяться. Как сказал Винс, на уровне Mascot Mayhem будет много тумана. Что за зона была на тизере, первая, вторая или третья, Винс не сказал. Хотя догадаться в принципе можно и самим. Ну, не сказал в том плане, что его спросили об этом, а он типа говорит, не знаю, увидим, посмотрим. Также он ничего не сказал относительно того, что будет ли первая зона Mascot Mayhem такая же, как первая зона Deadly Decadence, то бишь без музыки. Он насчет этого ничего не сказал. Босс уровня Берли Барриет имеет озвучку. Винса спросили про ловушки. Он ответил, что в 4-й, 5-й главе, а также Monsters and Mortals в будущем будут очень интересные ловушки. Опять-таки не сказал какие, но это ж Винс. Безумный Злорнавал или Crazy Carnival для Monsters and Mortals выйдет после 4-й главы. В 4-й главе будет много разных эффектов, накладывающих на игрока какие-либо искажения экрана. Скорее всего, большинство таковых будет в уровне Torment Therapy. Но, например, в Mascot Mayhem я могу предположить, что в 3-й зоне у нас будет эффект как будто бы... Ну вот, знаете, когда жарко и создается ощущение, будто все плывет вокруг. Хотя это все-таки скорее не искажение экрана. Но, возможно, эти эффекты действительно будут иметь свой какой-то резон и будут каким-то образом нам, возможно, мешать или, наоборот, как-то будут делать все атмосферней. Относительно Joy-Kill'а. Спросили, в трейлере будет ли показан Joy-Kill. Винс сказал, что пока что не может сказать, но, возможно, будет показано несколько подсказок того, как он выглядит. Возможно, он будет менять форму. Что-то мне подсказывает, что он будет менять форму. Также про Joy-Kill'а сказали, что его было очень трудно создавать, поскольку он имеет довольно интересную специфичную форму, а также огромное количество разных материалов. Еще один интересный факт о Mascot Mayhem. Процесс самоуничтожения на уровне начал не Лаки. Возможно, это кто-то другой из аниматроников, возможно, это Joy-Kill, либо сам Даг по случайности. Мои предположения. Лаки и Пенни будут открывать двери, в отличие от Хенгри, который будет их выбивать. Но, скорее всего, только тогда, когда бежит за нами. Когда он будет просто идти, он, скорее всего, тоже будет открывать дверь, хотя я и не уверен. Больше не будет видео с показом голосов. Никого. Ни боссов, ни персонажей. Способность мамы-медведицы из уровня Берли Барриет не связана с тем, что она будет что-то ломать. Тем не менее, Винс сказал, что у нее будет какая-то интересная способность, о которой он пока что не говорит, но сказал, что она будет интересной. Ну и напоследок. Дэн Добровский, композитор Glowstick Entertainment, недавно заболел коронавирусом и, по итогу, вся его семья. Но Винс сказал, что они уже идут на поправку. И это не может не радовать, потому что так или иначе за человека стоит переживать в таком случае. Тем более... В отличие от остальных участников команды, он абсолютно не виноват во всех переносах и, наверное, это самый чистый из них. Хотя есть еще Пен, она, скорее всего, тоже. Это кратко обо всех основных вопросах на стриме. Разумеется, там, возможно, были и другие и более интересные вопросы. Возможно, как-нибудь я даже решу перевести его сам полностью чисто для себя. Ну и выложу перевод куда-нибудь. Но обсуждать его уже не буду. Все, что надо было, обсудили сегодня. Ну а теперь к DLC. DLC Silent Hill. Что я могу сказать по этому поводу? Сразу хочется отметить, я не являюсь фанатом Silent Hill, я никогда в жизни в него не играл. Ну, как-то не застал я все эти времена хорроров, и поэтому не играл в такие игры, ни в Resident Evil, ни в Silent Hill. Наверное, время Outlast'а я застал. Вот, когда он вышел, тогда уже я начал вливаться в хорроры. При этом немного из того, что происходит в этой игре, я, в принципе, знаю. Но только с каких-то сюжетов на Вики или ютуберов, у которых видосы по Silent Hill я смотрел от силы 5 минут. Короче говоря, за тему Silent Hill я абсолютно не шарю. Возможно, шарите вы. Как и те люди, которые похвалили тот факт, что все-таки они взяли DLC именно с Silent Hill'ом. Некоторые из них приободрились и после этого даже ушли дизлайки с ролика об этом самом DLC, которые поставили люди еще до того, как он вышел. Тут мне на самом деле говорить нечего. Если DLC выйдет без багов, причем, насколько я понимаю, оно будет довольно большим, это будет хорошо.
И, возможно, даже это оправдает то, что четвертую главу снова перенесли. Хотя, конечно, маловероятно, но тогда нам уже будет пофигу, и четвертая глава просто уже тоже выйдет где-то через плюс-минус месяц. Со слов Винса на том же стриме, Silent Hill обладает самой большой картой в Monsters and Mortals, она будет больше Stranger Sivers. Тем не менее, перегибать размер карты Stranger Sivers Glowstick Entertainment не хотят и будут стараться держать этот размер в этом же тонусе. Интересно, как им тогда придется сократить уровни четвертой главы? Ну, посмотрим. Кстати говоря, также планируется добавить новый режим для игры. Он будет добавлен либо до DLC, либо после DLC, либо в момент выхода вместе с DLC. Ну и по стандарту пока что мы ничего о нем не знаем. Ну что ж, дамы и господа, на этом, я так думаю, можно закончить. Если вам понравился этот видеоролик, то вы можете поставить ему лайк. А если вам понравился контент, вы можете подписаться на мой канал. Всем удачи, всем пока!